Ну вот здесь вся концепция. А вот это место. Местечко Бикли. Сейчас мы сделаем резкость. Вот это жители его. Вот там аист, банька, скотина у корыта. Вот усадьба так выглядела. Чего тут только нету. Это все мелкая пластика из белой глины. А изготовили ее своими руками ребята, учащиеся, воспитанники самых-самых разных школ, художественных школ со всей Латвии. Так, вот это какой-то тут образ непонятный. Там гнездо, а в этом гнезде какие-то, кто-то отложил яйца, что ли. И вот нечто вроде леса со всякого рода чудесами. Идем дальше. Вот это базница, наверное, Дикли. А вот весь народ. Он собрался в Ригу, здесь мы святкем, на праздник песни. Их много, их очень много тут идет. Они идут, идут. Но Дикли ему с Ригу рокстыц. Сколько человечков. Да. Очень много человечков, и не только человечки тут. Некоторые очень выразительные фигурки. На пути их и леса дремучие всякие. Стайна стоят, становятся. Какие-то удивительные тут гнезда, животные. Вот сова, видимо, сова. Ушастая. Там почему-то очень огромный заяц. Странные деревья, ну и также обыкновенная сосна, елка. Все это присутствует, все это вылеплено из белой глины специальной. Лоси. Они продолжают свое шествие, видимо, в Ригу. И вот они на каких-то лодках тут, суденушках, корытах уже плывут, потом едут на технике, на тракторах, на автобусах и вообще бог знает на чем. Даже на самолетах кто-то летит. Все люди на праздник песни в Ригу. А вот и Рига. Это, наверное, надо полагать, мельница. А там у нас что? Там у нас башня телевизионная на Закю Салас. Это вот новая библиотека. Сейчас я сделаю порезче. Да. Вот так у них выглядит национальная опера. Там собор, наверное, один, второй, Петра. Вот Домский собор. Посмотрите, какой он красивый. О, какой красивый Домский собор. Здания некоторые характерные для старого города. Но вот они движутся, движутся, и вот они уже пришли на Певческое поле, в Межапарк собрались. И вот зритель, Дзесму Сватку, Скоты и Таи написано. Самые разные здесь зрители сидят, характер. А вот там вот дирижер вот поднял свою палочку в центре кадра. Вот сейчас я зайду там. Этот дядька с усами явно телевизионный оператор, вроде меня. А вот тут участники этого праздника. Ну, праздник уже прошел, я снимал это немножко для, чтобы для YouTube, на YouTube выложить на iPhone. Но у меня так не получилось хорошо, как мне хотелось бы. Отпута под светким. Вот люди пели, плясали, и теперь после праздника они отдыхают. Кто-то просто сидит, а кто-то просто лежит уже. То ли устал от песен и танцев, то ли принял на грудь «I love you, New York». Там нечто вроде большого экрана.
да, телевизионного экрана, на котором картинку можно тоже смотреть. Трансляцию, наверное, с праздника песни. Вот это Дзесму святки. А кто-то и подальше. На зеленой травке, муравке, но она вся выполнена из глины, поэтому она никакая не зеленая, тоже отдыхают люди после праздника. Ну и с этой стороны, если мы пройдем эту инсталляцию, то мы очень тоже много чего можем интересного увидеть. А люди смотрят уже который день, очень интересно, много фотографируют. И очень красивые здесь есть просто характеры, такие выразительные очень. С немалой долей экспрессии выполнено. Хотя, повторяю, вот все это сделано ребятишками. Но общая концепция имеет своих авторов, да, художник. Там в начале инсталляции, в конце стоят вот эти, на планшете написано, что к чему, как это понимать, да. История праздника, откуда он есть, пошел. Зесму святки, праздник песни, да. Вот, а вот тут у нас писат войной ос, извините, так. Чтобы подальше взять. Вот видите, даже арочный мост, стальные конструкции через Даугаву железнодорожного моста, даже они здесь изображены. Вот так мы опять возвращаемся туда, откуда мы пришли. Уже вглубь Латвии, можно сказать, в глушь, в деревню, среди лесов. Туда, откуда вся эта публика пришла, приехала, прилетела, прискакала, приплыла на праздник песни. В этом году он был большой. Такой проходит раз в 5 лет, кажется. Ну и мы вернулись опять к истокам, но с другой стороны инсталляции. Этих фигур очень много здесь, просто множество. Их не рассмотреть, это надо очень долго снимать, фотографировать. Да, вот еще один аист, вот и какой-то целый некс, ашитомугурсвому, странник какой-то. Ну вот и все, сейчас я покажу вам, как это все выглядит здесь. Дзесму святку и селшинас, сделаем порезче. Господи, никак не получается резко сделать. Ага. Визуальная история. Автор Лина Мацкус. The Origin of Song Festival. Возникновение праздника песни. И коротко все это написано. Я смотрю, чтобы мне спиной не задеть эти фигурки. Я опускаюсь. Вот так. И эта инсталляция в галерее «Центр». То, что раньше, в старые времена, назывался Центральным универмагом. Сейчас это к нему пристроили справа чудесное еще здание. И все это соединили в красивую галерею, вот закрытую. Ну вот как-то так. Конец съемки.